Всем привет, ребят! Сегодня поиграем в новое обновление Games Base про Хэллоуин. В это обновление добавили новый загрузочный фон вот сзади. И нового персонажа. Тыква Вумен, 15 косарей. И Тыква Мэн. Интересно. Они стоят дорого, но я буду фармиться. Также скоро будет новый промокод, который дает 6000 чем-то. Нифига, как все страшно. Щит такой. Скипит. Окей. О, теперь, кстати, ночь стала. Кстати, тут есть предметы и столик файт. Блин. Тут есть, короче... Смотрите. Видите, тут эти модельки Stories Fight. А, реклама! Знаете, в чем прикол? Мне, знаете, плюсик это в том, что тут не сворован тыквамен. То есть тыквамен, как обычный Stories Fight, не сворован. А тут в тех играх своровали. А здесь не своровали. Тут тыквамен и тыквамен. А они совсем другие. Вот так вот. То, что плюсик. Но минус то, что этих персонажей только за просто купить. А вот чтобы, как вам сказать, добавить что-то интересное, какую-то миссию, то нет. Кстати, еще нашел баг. Вот видите, тут светло, а на прошлой карте, ну, позапрошлой, было темно. И к тому же у нас слетает персонаж. Это тоже неудобно. Да. Короче, вот такой ролик, тут еще такая музыка. Игра, это капец. Ладно, ребята, буду заканчивать. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока. Кстати, в моей игре тоже будет скоро Хэллоуин. Всем пока.